Уважаемые карагандинцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Вы прекрасно знаете, что в конце года подводится итог. И хотелось бы сказать, что в 2013 году в городе Караганде было проведено очень много мероприятий. Было открыто много новых производств в малом, в среднем бизнесе. Были открыты дополнительные группы в детских садах, построены спортивные сооружения, 22 многофункциональных корта было построено в этом году. Следующий год у нас год будет юбилейный, год 80-летия города Караганде, поэтому в следующем году у нас будет очень много мероприятий, также будут открываться новые производства, строительство новых объектов. Очень много программ будет по строительству жилья. Хотелось бы в наступающем Новом году поздравить вас, пожелать вам огромного счастья, благополучия, здоровья, процветания нашему Казахстану.